Привет, братишки и сестришки! Сегодня разбираем деформер «Взрыв» или «Explosion» в английской версии. Данный деформер взрывает объект, деля его на составляющие его полигоны, размер которых уменьшается в зависимости от степени интенсивности. Для большей эффектности увеличу полигональность модели и приступим к разбору остальных атрибутов. Скорость – это радиус разброса полигонов. Угловая скорость – это вращение полигонов. Конечный масштаб отвечает за размер полигонов. При значениях отличных от нуля и при интенсивности равной 100% полигоны не исчезают полностью, и их размер тем больше, чем выше значение этого атрибута. Случайный – это рандомность расположения полигонов. Вот и все. До встречи на следующей неделе.